Ансамбль «Скиф» из Давского района стал обладателем гран-при и лауреатом первой степени в международном конкурсе «Битва танцоров». Конкурс проходил в онлайн-режиме. «Скиф» представил на суд жюри три танца – «Хонга», «Сирга» и «Танец с кинжалами». Конкурс проходил в городе Сочи в онлайн-режиме. Три этапа. В первых двух ансамбль «Скиф» стал лауреатом первой степени, а уже в финале за танец с кинжалами взяли гран-при конкурса. Глава Завского района Андрей Джиоев поздравил юных танцоров с победой и отметил, что они будут создавать достойные условия для развития подрастающего поколения. Художественный руководитель ансамбля Альбина Санакоева выразила благодарность главе района за внимание и поддержку. Она заверила, коллектив будет и впредь стараться держать высокую планку. Марат Санакоев с детства занимается танцами, не раз становился участником танцевальных конкурсов и фестивалей, как на территории Южной Осетии, так и за ее пределами. Мечтает стать профессиональным танцором и представлять нашу страну на международных фестивалях на высоком уровне. Я уже второй раз участвую в подобных конкурсах. Мне это очень нравится. Я люблю танцевать. Танцевал даже, когда был совсем маленьким. Очень надеюсь, что стану профессиональным танцором. В прошлом году «Скиф» занял первое место во всероссийском конкурсе юношеского и детского творчества «Радуга талантов». Агунда Губозова, Ляна Тедеева, Ирана Цхавребова. Информационный выпуск сегодня.